И всем привет, с вами, как обычно, Максим Андреевич, и перед началом видео хотелось бы рассказать две новости. Во-первых, многие из вас уже, наверное, заметили, что ролики выходят очень редко, и все это из-за того, что на дворе как лето, и многие из наших художников сейчас просто-напросто отдыхают. Поэтому с видео летом будут вот такие вот задержки. И вторая новость, которую хотелось бы сказать, это то, что к нам присоединилась еще вновь новая художница, зовут ее Ева, а рисовала она Орехиме из Блича. Если тебе понравилось видео, то поставь лайк и подпишись на канал в знак благодарности к художнице. И не забывай заглядывать в нашу группу ВКонтакте, ссылки в описании.